Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ксения Бородина и Ольга Бузова окончательно испортили отношения. Похоже, что между ними пробежала черная кошка. Недавно Бородина отмечала свой день рождения, но вот Ольги Бузовой на этом празднике замечено не было. Также Ольга не поздравила ее и в своем Instagram, а так подруги не поступают. Зрители остались под впечатлением от недавнего эфира. Их поразили эмоции Маши Кахно и Димы Лукина на Лобном. Бывшая подруга Юля рассказала всем, что у Маши был интим с бывшим парнем Максимом. Именно это и отвернуло Диму от некогда любимой девушки. Как вы помните, ребята вернулись на поляну одиночками. Мария выкладывает в сети совместные снимки с Захаром Соленко и намекает, что они теперь вместе. Ольгу Бузову доставили в частную клинику с высокой температурой. Врачи диагностировали у нее рядовую простуду, которая была осложнена серьезным переутомлением. Бузова уже несколько месяцев спит по 2-3 часа из-за плотного графика занятости. Это привело к такому ослаблению иммунитета, что теперь банальную простуду она переносит под капельницами. Как вы помните, недавно был мужской приход. Оба парня, Сергей Иванов и Виталий Малышев, остались на проекте. А вот Ваня Заря покидает Дом-2. Кристине Ослиной очень понравился новенький Виталий. «Я уже готова сделать выбор». Роман Баранчук пишет о своих подозрениях. Ему показалось, что новенький Виталий не такой, как все. «Он необычный», – пишет Роман, – «с женственным поведением, с метросексуальными манерами. Мы относимся к нему с подозрением, уж очень он смахивает на человека с нетрадиционной ориентацией». Тата Абрамсон и Валера Блюменкранц считают дни до рождения своего первенца. «До родов у нас осталось приблизительно 100 дней. С нетерпением ждем нашего малыша». В недавнем эфире Влад Кадони поставил Майе Донцовой ультиматум. Она должна сдержать свое обещание и сбрить волосы или покинуть проект. Как вы помните, она обещала это сделать, если еще хоть раз подойдет к Захару Соленко. Срок Майе дали до среды. Антон Шоки признался, что он устраивал проверку для Вики Комиссаровой. На самом деле он от нее не уходил, просто хотел посмотреть, как она поведет себя при их расставании. Фанаты шокированы новым ходом руководства Дома-2. Проект, который рассчитан на публику старше 18 лет, приглашает для участия подростков 13-15 лет. Надежда Ермакова разместила объявление, в котором приглашает на съемку школьников. Подросткам предлагается принимать участие в записи субботних и воскресных выпусков и задавать остроумные вопросы. Андрей Чуев пригрозил раскрыть секреты Марины Африкантовой. Недавно мама Марины, Татьяна Владимировна Африкантова, заявила, что он жил за счет ее дочери. Чуев написал, что у самой Марины рыльца в пушку. Он пообещал рассказать всю правду об их финансовых отношениях, если об этом его попросят 5000 пользователей. Итак, между делом он подключил своих подписчиков к раскрутке блога. Как вы помните, недавно Ксения Бородина отметила свой день рождения. И нашлись свидетели, которые уверяют, что счет оплатил вовсе не Курбан Омаров. Окончательный расчет за вечеринку сделала Ксения, а вовсе не он. Это подтверждает тот факт, по мнению антифанатов Бородиной, что семью содержит Ксения, а не ее супруг. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.